Добрый день, дорогие подписчики Игромании, с вами Ластер, мы продолжаем играть в SimCity, и сегодня у нас в городе грехов стоит, знаете, первостепенная такая задача накопить на больницу, потому что, собственно, люди гибнут, 414 человек у нас живет с вами в городе, пока еще не 414 тысяч, но, тем не менее, уже что-то, и, как видите, доходы идут, 654 доход у нас идет в час. И люди просят, говорят, то, что смертей за день 6 штук, и, собственно, никого не вылечить, ничего нельзя. И как, где, собственно, больница? С меня требует, друзья, как от мэра города требует сделать что-то, что поспособствовало бы скорейшему, я не знаю, выздоровлению людей, которые сейчас болеют, мучаются. Но, тем не менее, друзья, пока что денежек на больничку нету. Я сейчас, знаете, прям при вас так подумаю. Авось, может, что еще дорожки протянуть? То есть, знаете, я как такой мэр, то, что, типа, денег на больницу нет. Но за то, чтобы что-то левое построить, деньги всегда найдутся. Ух ты, что такое? Отходы, свалка мусора еще требуется. Персонажи ненавидят груды мусора. Друзья, ну тут еще мусор теперь придется ставить. То есть, больница опять откладывается. Мне нужно 9 тысяч поставить, чтобы мусор можно было куда-то свозить. Вот такая вот проблема появилась у нас. Но ничего, сейчас... 9 тысяч скоро... 9 тысяч это не 20, друзья. Сейчас еще чуть-чуть, и будет у нас мусарня. Но я говорю сейчас не про полицейский участок, а про, скажем так, место, куда можно отвозить все свои отходы. Вот рядом со сливом сточных вод я его поставлю. И пускай делают, что хотят. Смотрите, 716 уже доход пошел в час. Это очень хорошо, потому что сейчас я поставлю мусорку, и... Все, она тоже начнет какие-то деньги потреблять, поэтому доход в городе будет чистыми меньше. Что ж, давайте ставим. Вот так вот. Тем более ветер, мне что нравится, знаете, ветер дует в сторону от города. 426 всего лишь сейчас теперь доход стал. Да вы что, издеваетесь, что ли? Доступны услуги по уборке мусора для соседей. Вы хотите знать больше о панели бюджет? Нет, спасибо, не хочу. У меня с бюджетом и так все прекрасно. Видите, 559 бюджет. Мы сказочно богаты. Так, ну, друзья, тем не менее, шутки шутками, нужны деньги на больницу. То есть, знаете, сейчас буквально дня три мне покособлучится здесь, и деньги на больницу появятся. Тут немножко у меня неграмотно, мне кажется, расположена жилая зона, в том плане, что сейчас вот здесь вот нужно ее немножко протянуть, чтобы под ветровой электростанцией тоже можно было бы поставить жилую зону, потому что, видите, сейчас дома не могут строиться. Давайте-ка вот так вот сделаем бульдозером. Отбахаем участок дороги. Вот так выбираем. Все. Теперь протягиваем дорожку подальше. Так, вот увеличим ее. По деньгам, я надеюсь, теперь хватит. Так, давай-ка. Что ж, друзья, сейчас действительно остается надеяться, что по деньгам мы вывезем. Дорога ведь тоже требует своего обслуживания, я так полагаю, в час. А, нет, у меня просто жителей стало меньше. Сейчас, друзья, нужны деньги на дорогу. 325 баксов. Давайте я по крупице просто вот так вот собираю дорогу. Видите, как тяжко дается строение дорог в моем городе. Но, тем не менее, вот здесь уже можно, смотрите, ставить жилую зону. Чтобы люди жили, селились и так далее. Потрясающе. Сейчас начнут приезжать, оставаться здесь. Заселяться. Да, вот видите, уже домики строятся. Сейчас скоро будет побольше людей в ней жить. В этой зоне жилой. Сейчас мы вот так вот застроим. Сейчас чуть-чуть денежек. Ну, пожалуйста, капните. Пока еще недостаточно. Но, тем не менее, жители уже побольше становятся жить. А в моем городе останавливается, как видите. Это не может не радовать. Сейчас еще денежки. Больше денег мне. Так. Оп. Блин, кривая дорога получится, смотрите. Ну, ничего страшного. И протянем, недостаточно 7 миллионов. Но, тем не менее, видите, сейчас вот так вот соединили по крив... Я понимаю, то, что и дорога, даже разные типы дорог здесь установлены. Ну, нормально. А, нет, 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 нет. Подождите-ка. Не надо никакого строительства. Здесь поставим рабочую зону. Стой, вот, вот так сейчас уберем здесь. Уберите домики все эти. Кто-то уже, видите, собрался заселяться, жить, но нет. Тут будет рабочая зона. Вот так вот я решил. Все, здесь еще строить жилую достроим. Все. Правда, у меня, видите, электростанция, дорогой
в никуда ведет. Ничего, ветровая электростанция работает нормально, работает. И сейчас, как видите, стало побольше жителей здесь. А у меня... И можно уже действительно, наверное, скоро на что-то накопить. 500, считайте, доход в час. А в городе... Что это еще просит у меня? Что просит посмотреть? Ничего, не знаю. Ну, давайте вернуться в городу своему. Требуется пожарка. 20 тысяч, да что же вы... Вот, видите, один домишко сгорел, и теперь... Вода течет нормально, нет никаких проблем, да. Я вижу. Так, спасибо. Спасите мою собственность, постройте пожарное депо прямо сейчас. Ну, давай, я, конечно, выполню твое задание. Но, чувак, у меня нет денег на пожарку. Мне нужно 40, короче, 7 миллионов и на пожарку, и на... Просто сейчас, смотрите, нет зданий, нет проблем. Все, потушили. Ну, считайте, условно так. А, эту зону жилую. Людям, кстати, скоро тоже потребуются деньги на то, чтобы, знаете, ставить всякие достопримечательности в парки создавать, где можем строить детские площадки и так далее, чтобы детям было где играть. Но у меня город пока на 468 жителей. Пока не до этого, друзья. Но в ближайшее время, я думаю, тоже этим озаботимся. Например, смотрите, здесь можно поставить парки. Как раз хватит места для классиков. Парк с асфальтовыми дорожками. Например, можем мы куда-нибудь сейчас впихнуть этот парк? Как-нибудь. Вот где место не заселено. Давайте-ка. Опа. Все, видите, пускай там играют детки. С классиками. Так, у тебя еще проблемы какие? Мы хотим устроить грандиозную вечеринку на весь район. А, смотрите. Так. Но мы немножко повысорим. Вы ведь не против, правда? Да, давай. Сейчас, знаете, устроит... соберите 250 пакетов мусора. Знаете, я как... Сейчас у нас есть шанс заработать 25 тысяч, друзья. Если сейчас грамотно будут вывозить мусор. Я надеюсь, что грамотно мусор будут вывозить. Чуваки, вывозите мусор. 25 кусков у нас есть возможность взять. Редактировать. Давайте, может, как-то можно улучшить ее, прокачать. Так, добавьте еще один мусоровод, чтобы ускорить сбор мусора. Давай-ка. Давайте, друзья, я даже еще один мусоровод за 5 кусков впихну, чтобы они быстрее мусор вывозили. Так, доступные услуги по сборке мусора для соседей. Хорошо. Только я смотрю, друзья, вообще ни один пакет мусора не собран. Вечеринка-то идет? А нет, что-то там собирают частично люди. Хорошо, что ж. Но, тем не менее, друзья, я никак ни на что не накоплю. Нужны ловосы. Вот, все, видите, мусор собирают, катаются. Давай, собирай мусор, возись, хорошо. Вот еще один мусоровоз едет. Стой, друзья, я надеюсь... Смотрите, мы можем успеть. 20 часов осталось, у нас столько времени еще. Ну же. Чуваки, мы сейчас 25 кусков можем заработать, вы серьезно? Нет, это не вы серьезно, это я серьезно. 25 кусков можем получить. И знаете как? Знаете, 25 кусков. Все. Мы почти справились с этим. 19 часов. Вот он везет. Все, выгрузил. Мусоровоз, я вижу. Ну, смотрите, началось строительство многоквартирного здания. Смотрите, строят многоквартирные здания. Хотите узнать, как увеличить плотность заселения в здании? Нет, я не хочу узнать. До свидания. Слушай, чуть-чуть осталось, 17 часов собер... Смотрите, район переделывают, то есть туда заселяются более, как бы, такие... более высокие дома создают и заселяют. Что вам не нравится с зоной? Промышленной зоной? Чего не хватает-то? Что ж, друзья, ладно. Смотрите, видите, люди заселяются, чтобы... как бы строятся дома, где люди смогут... Большее количество людей сможет заселяться. Отлично. И что ж, я что, не справился, что ли? Соберите пакет мусора для достижений. Я ж почти собирал. Друзья, я не понимаю, где мусоровозы? Сука. Падла, ты что не работаешь? Ожидает начало смены по уборке. Какое ожидание смены работой? Друзья, он... А что он не работает? Чуть-чуть осталось мусора собрать. Да сидите, 25 кусков горит. Ты что? Друзья, 13 часов. Ну ничего, я надеюсь, он не успеет. Если, сука, не успеет мусор собрать, хотя бы когда вот столько осталось, если это 25 тысяч потеряю, ух, как я буду злиться. А тем не менее, 763 человека у меня теперь в городе живет. Это повод поставить
я не знаю, площадку с горками. Вот сюда, вот так вот. Опа. Теперь здание-то убралось. Люди резко выселились. Ну как так? Ладно, сейчас построят маленькое здание, там заселяться, жить, не развалится. И здесь еще, кстати, люди дома не застраивают еще. Так. По сборке мусора выезжай, сука. Жилец смел начал смену по уборке мусора. Тем не менее, у меня еще 11 часов в запасе есть. 5000 у меня, кстати, накопилось. Дождись, моя спина, мне нужна операция. Подожди со своей скорой. Черт. Собачий, сейчас, если... Чувак, если мусор вывезут, то починишь ты свою спину. Операция будет. Колебания покупать возрастают по мере открытия более крупных магазинов в городе. Игровой зал починко. У нас высокая прибыль. Хорошо. Казиношка тут развелась. Друзья, ну почему начало... Почему не ожидайте начала смены мусора? Вывезите какой-нибудь мусор один. Друзья, мне 25 кусков горит. Из-за того, что там смена начинается. Ждут. Когда расписание у вас по работе? Мусоровозы. Загрязнения воздуха нет. Перерабатываем мусор, ну... Так, мусорный бак собран за день. 504. Ну, едь. Не хочет. Сука. Смотрите, обустраивают новые... Эти что у нас такое? Честно, не, видите, короче, город продолжает развиваться, строят более такие блатные дома. Это хорошо. То есть жители сами так отстраиваются. Ой, не жди ты. Свалка мусора ждет. Чем вы недовольны? Что не так? Чуваки, они недовольны мусоровозы. Забастовка мусорщик какая-то. Я, кажется, понял, друзья. У нас нету этой. Ну-ка, замедлись. Это у нас что такое? Слив сточных. Я так полагаю, у нас люди недовольны тем, что некуда свалку вывозить, некуда все это. А, нет, есть, да блин, объем свалки, все, на ней 70 тонн. Значит, все нормально. Чего они ожидают? Не начинают работать. Ну-ка, 5 часов осталось, да съездит ты кто-нибудь один. Вывези ты мусор, сволочь. Хм. Друзья, 25 кусков могу потерять из-за того, что просто свалка сейчас не работает. Ну где это видно? Ну что это за говно? Когда, по-вашему, мусоровозы должны работать? Начало смены у них. Я сейчас просру. Все, 3 часа осталось. Сука, вывези что-нибудь. Как был, конечно, вариант еще что-нибудь поставить. А, какой-нибудь... Я не знаю... Поставить еще одну свалку, но я дурак, что ли, чтобы ставить еще одну свалку, ради того, что там мусорный пакет какой-нибудь вывести, а деньги тратить на нее. Вот, на 25 кусков, 2 часа осталось, сейчас просру все наверняка. Это что вы тут строите? Какие промышленные участки. Ой, не промышленные, а торговые, это нежилая территория. 784 человека, тем не менее, у нас живет сейчас. Ну же, вывезите эту парашу. Через день. Смотрите, уже все. Как бы кончилось это парашничество, я так полагаю. Ждает начало плана по уборке мусора. Ну же. Пока еще задание не отменилось. А, все. Сука. 25 кусков просрал. Вам мусоровоз дополнительный поставил. Что, вывести что ли не могли? Ублюдки. Ладно, давайте увеличим промзону. Сейчас сделаем вот так. Дороги ставить надо. О, смотри, там и так уже обновляются. Промышленные предприятия планируют расширяться. Хорошо. Давайте еще поставим. Я одобряю расширение промышленных предприятий. Я сейчас поставлю им дополнительный район. С промзоной. Ну-ка. Стройтесь вот теперь. А затем, сейчас будем увеличивать рабочую жилую зону еще. Давайте, короче, знаете, прям вот так вот бахнем много сразу. А, насколько денег хватит. Давайте-ка вот обычными такими дорогами. Вот так вот. Просто прям огромный жилой квартал. Между ними вот такую вот маленькую дорожечку протянем. Чтобы, если что, могли ходить люди. Поставим сразу, знаете, парк какой-нибудь. Беседка с барбекю. Вот, просто барбекю. Воткнем еще вот так вот. Кто не любит барбекю? Все любят барбекю. Так, давайте. Оп, оп.
Все, сейчас будут люди заселяться. Затем, друзья, сейчас два косаря у меня есть. Началось строительство рудной шахты, одобрено строительство. Неплохо. Разрешили строить руду. 25 кусков я просрал, правда, на мусор. Фух, ладно, давайте дальше. С еще одну зону такой обычной дорогой протянем. Прям, знаете, большую. Реально огромную, вот так вот. Оп. Денежки-то есть. Просто... И вот здесь, знаете, лепим просто огромную жилую зону. Тут пускай делают, что хотят. Все, там и школы будут, и так далее. Затем еще одна оставшиеся деньги. Мы с вами протянем зону торговую. Большую прям, причем. Давайте опять же берем вот такие дороги. Вот такую большую торговую зону. Кому будет нужно, они там все подстроятся, расставятся. Вот так вот. Оп. Все. Сейчас мы еще сюда, пока есть время, пихнем вот реально хорошую штучку с барбекю. Вот так вот пускай стоит. Все. И сейчас, друзья, вот когда поперло, нужно копить деньги уже и на скорую, и на пожарку. Сейчас люди заселятся. Смотрите, строительные зоны, деньги начинают капать очень некисло. Что у нас с энергией? То есть как бы энергии нам не хватает, я так полагаю. Нужна угольная электростанция. Нефтяная электростанция. Нефтяная вообще, наверное, капец, сколько денег будет требовать. 756 в час обслуживания обойдется. Обычный, вон, ветровую электростанцию им херакну. Потому что, видите, уже электричество, городу нужна энергия, нам не хватает. Ой, боже мой. Давайте ветровую прям тоже в бочину, то сейчас влепим, чтобы у города энергия появилась. Ну же, давай, 2 косаря в час у нас капает, и так уже. Даже больше. Все, уж давайте, заработайте все. Мегаватт не хватает. Сейчас она заработает. Подожди, закрытый прием на работу. Сейчас люди устроятся сюда. У нас 2909 человек теперь в городе живет. Это же офигенно. Сейчас, смотрите, снабжение города энергии пошло. Все. Есть даже излишки электроэнергии. Это очень хорошо. Все, справились с этим. Вот смотрите, тут еще наверняка потом дальше жилая зона будет застраиваться. То есть пока в центре пусто, это хорошо. И сейчас нам оставшиеся деньги мы сможем пустить... Ну-ка, строительный мусор в городе. Вот, ничего себе. Ну-ка, сносите-ка быстренько. Где еще? А вот. Пожар в здании. Ну ничего, чуваки, пожарку поставим, не бойтесь. Слишком много смертей тоже, люди закрылись, съехали. Все, мусора строительного больше в городе не осталось, это отлично. И потихонечку начинаем уже копить на больничку. Даже, посмотрите, излишки промышленного производства у нас появились слегка. Коммерческий спрос не превышает. А, то есть можно еще коммерческого слегка налепить. Чего-нибудь. Давайте, знаете, как вот так вот оградим нашу электростанцию. Вот так вот, аккуратненько. Так вот, знаете, вот поставим. Тут еще коммерческую зону сделаем. Оп. Чтобы градишки строить. И, друзья, нужна скорая. Просто сейчас люди будут просить и требовать. Скорая больница, знаете, и пожарку нужно будет, и полицейский участок. Сейчас все это нужно будет поставить. Как раз этот, утилизация отходов у нас есть. Школы потом нужно будет поставить. Потому что сейчас детки в другой город ездят в школу наверняка. Я в этом уверен. Давайте как раз здоровье. Промышленный спрос. Кстати, промышленный спрос, я так полагаю, смотрите, тут заполняется, ее быть вообще не должно, потому что... То есть, как бы мне, наоборот, наверное, недостаточно промышленности. Я вот этого не понимаю, друзья, шкала. То есть, как бы... Жилой спрос, я так полагаю, тут жилого спроса, то есть... Спрос больше, чем есть домов для жилья. Это я вот так вижу. Ну ничего, разберемся с этим. Сейчас, главное, поставим скорую, вбахнем. Сейчас, подождите. Знаете, как сейчас ночью люди ложатся спать, тут просыпаются, и хоп, вот уже вам и скорая стоит. Давай-ка. Давайте ставим вот сюда, на угол. Все, доступно страховое медицинское сокрытие для соседей. Отлично. Доступно там им все. Так, и сейчас, друзья, смотрите. Нужно еще поместить полицейский участок. А, блин, пожарный в первую очередь еще. Сколько здесь надо будет... 20 косарей также накопить. Но это сейчас с нашими доходами не проблема. Сейчас интересно, сколько она будет пожарка просить в 400 в час. Но пойдет.
Потом протянем еще дороги, дополнительные жилые зоны поставим, и все будет хорошо. Что это такое? И горный бизнес, и добыча. Ну-ка, добыча. Станьте угольную шахту, построить 7 промышленных зданий, необходимая энергия. Слушайте, ну тут уже рудный шахт, то есть строить то, что будет добывать, чтобы потом можно было продавать все это. А игорный этот бизнес вмещает игроков с низким доходом, необходимая энергия, необходима вода, построить 27 коммерческих зданий. Друзья, не хочу я игорный дом строить, то есть сейчас, блин, только чисто за его содержание отваливать и ничего взамен не получать, потому что, видите, там даже убытки в час будут. То есть это прибыль не будет приносить, чисто только расходы даже потом надо будет оплачивать. Так, друзья, коммерческого спроса не хватает. Так, в магазинах недостаточно покупателей. Разместите больше жилых зон, чтобы привлечь их. Понял. Сейчас больше жилых зон нанесем на карту. Сейчас, подождите, только чисто вот влепим сейчас полицейский участок и начнем строить новые жилые зоны, чтобы побольше людей жило в нашем городе. Чуть-чуть остался. Вернее, не полицейский участок, пожарный. Че все про полицейский твержу? Сейчас, еще 6 тысяч осталось, и все будет. Чувак, дороги предлагает. Хорошо. Видите, городок такой неплохой же. 3000 живет в нем. Такой, блин, такой небольшой пригородный райончик, я бы сказал, у меня в плане города. Ну, просто по населению и так далее. Горят. Эй, следи за огнем. Ну, прости. Блин, везде одни пожары, друзья. Смотрите, сейчас вертушка будет тушить. Ребят, это что-то катастрофическое сейчас. Стойте, сейчас будет пожарка. Подождите чуть-чуть. Слушайте, протерпите 2 часа, и будет пожарка вам. Следи за огнем. За языком сами следи, что я тебе могу сказать. Я же мэр, я делаю, что хочу. Смотрите, горят, и здесь горят. Дешево. Весь город охвачен пламенем. Ну, блин, нет пожарки, друзья, 800 этих не хватает. 136 не хватает этих для пожарки. Денежек. Вот сейчас, смотрите, будет все. Сейчас подходит к концу, зачислили денежки. Все, ставим пожарку. Вот так вот, все. Чуваки, работайте, езжайте, закрытый прием на работу, давайте быстрее. Не хочу я ничего стоимости... Уйди. Скотину. Смотрите, а домики-то побольше подстраиваются, уже не коттеджики такие, а прям нормальные домики. Все, сейчас больше жилых зон поставим, чтобы в магазине был нормальный спрос. Нет, получается, друзья, вот если растут вот эти вот шкалы, это хорошо, то что типа есть, а, собственно... Спрос на это все. Давай-ка посносим, чтобы новые люди въезжали. Так, затем как раз еще вот тут. Все Ой, я нечаянно вместо заброшенного здания какой-то нормальный снес. А, нет, все. Все отлично. Теперь отстраиваем. И сейчас протянем еще одну зону. Смотрите, денег как раз мне хватит. Вот так вот протянем. Вот сюда. И вот так потом кверху. Все, больше жилых зон сделаем, чтобы отлично просто все было. Вот так ставим. Так, отлично. Так, недостаточно покупателей. Чего? Что там заикнулся про недостаточно покупателей? Ставим жилой район, будет достаточно покупателей. Вот так. Сейчас, знаете, еще, друзья, скоро надо будет школу впендюрить где-нибудь. И полицейский участок. Полицейский участок, потому что, знаете, если сейчас я его не поставлю, тоже скоро начнут капать на мозги, типа... у нас большая преступность. Вот так вот сейчас поставим им. Уют. Вот, что ж, как-то так. Барбекю. Расходы 10 в час. Нормально, это вообще фигня полная. Ты чем недоволен там? Я хочу предложить, парень, как вам сумма 5200? Ну-ка, если вы сможете заманить сотню персонажей в парке в течение 3 дней, они ваши. Давай. Че, я не смогу заманить, что ли? Отправьте 100 персонажей гулять в парке. Ну что, парки стоят, люди будут гулять. Если что, я тебе эти 5 косарей отдам. Уже сейчас не проблема с деньгами. А, копятся деньги, копятся. 70 часов осталось. Люди должны в парке как раз заходить сейчас. Вот, видите, уже потребность в полицейском участке начинает потихоньку возникать. Типа, давай, ставь. Сколько полиция стоит? 30 тысяч. Ну ты вообще. Преступление за день совершено. А, единичка. А где, кстати, посмотреть, сколько преступлений завершено? Совершено. Ой-ой-ой, здесь преступник. Один передвигается. Ну что ж, ничего, друзья. Я думаю, его вычислим. Полиция, когда появится, она сделает, что надо. А смотрите, пока никто в парке не заходит. Ну ладно. Ну, что нам еще хотят предложить посмотреть? Скорая. Пожарка.
Понятно. Так, что ж, чуваки, сейчас скоро мы поставим полицейский участок. Ну, в принципе, относительно, я думаю, завтра уже, по игровому времени, завтра уже он будет стоять. Видите, мне нравится то, что людишки въезжают постепенно. Домики перестраиваются на более такие крупные, где не одна семейка может жить, а уже такие нормальные, где человек 50 может обосноваться. Сейчас, смотрите, вот сейчас домик построится, надеюсь, уже станет 4000 поселений у нас, население. И будет клево. Потом останется 10 тысяч накопить и уже построить... Да, как раз 10 тысяч накопить и построить... полицейский участок. А это сейчас как раз к утру мы и сделаем по игровому времени. Да, смотрите, за 4000, то есть 200 человек с лишним, почти 300 человек въехал в этот дом и увеличили мои доходы. Просто какие молодцы. Знаю, что делать надо. Вот, что ж, прибыль в городе растет, друзья. Сейчас постепенно будем расширяться. 4466 человек. Это уже вам не 414 человек, которые жили в начале. Это уже такой вполне реально такой неплохой. У меня дела идут так хорошо, что вскоре я собираюсь делать ремонт. Молодец, чувак. Оставь больше денег в магазине на строительные материалы. Мне очень приятно. А людей в парке пока никто не приходит. Но это потому, что ночь была, я так полагаю. Сейчас мы еще влепим полицейский участок куда-нибудь. Вот сюда мне интересно. Нет, вы знаете, куда-нибудь... Вот. Блин, я даже не знаю, куда его поставить можно, этот полицейский участок. Чуть-чуть осталось. Скоро полиция начнет работать. Блюсти закон. Знаете, как в угол вот сюда вот наверху поставим. Поближе к промышленной зоне. Промзон, в принципе, нормально. Тушите 5 пожаров. Почти сделано. И люди заходят в парки. Отлично. Так. Тогда, значит, смотрите. Ставим полицейский участок. Вот. Так вот, ну-ка, давай-ка. Все, 5 пожаров потушено. Доступна помощь полиции для соседей. Отлично. Все, 5 пожар. Задание выполнено. Сейчас полиция еще начнет работать, отслеживать все. И знаете, друзья, в принципе, тогда на этом закончим. Потому что, смотрите, какой-то такой основной костяк города мы сделали. То есть сейчас у нас живет в районе 4000 человек. А затем также стоит, видите, домик перестраивается. Еще, значит, больше сейчас будет... О, то есть в районе сейчас дом достроится. Вообще в районе... И вот еще дом достроится. То есть в районе 5000 сейчас у нас будет построено. Блин, что я говорю? То есть, фактически, сейчас скоро у нас в городе уже будет жить 5000 человек. Стоят скорые, полицейский участок, пожарка, я не знаю, специальная, короче, свалка, где вывозят мусор. То есть, фактически, сейчас у нас, друзья, город, в принципе, обзавелся на данный момент, помимо школы, всем таким особо необходимым, что может им потребоваться. И что? Что ты там предлагаешь? Население города разрастается, сити-холл готов к модернизации. Ну, давай. Ну-ка, стой. А вот он, сити-холл. Ну-ка, давай-ка. Все, друзья, и тем более еще мэрию даже модернизировали, чтобы у нас все стало еще круче и прекраснее. Поэтому что ж, друзья, на этом я сейчас с вами прощаюсь. До новых встреч, с вами был Эстер. Подписывайтесь на канал Игромания. Если вы хотите в дальнейшем видеть ролики по игре SimCity, то ставьте лайки, пишите об этом в комментах, и они будут выходить, потому что, собственно, развиваемся мы с вами не кисло, уже за 5 косарей перевалило число посетителей нашего города, жителей. И мэр, друзья, мы хотим устроить фейерверки. 50 косарей. Давай. Да, давай, устраивайте фейерверки, а потом, я надеюсь, вы успеете потушить. Вот, и поэтому что ж, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на канал Игромания. Еще раз, с вами был Эстер. Пока.